Едем на ужин с последующим шоу, посвященным эпохе Тан, золотому периоду истории Китая. Регулировщик под дождем. Едем вдоль стен города. Это стены 14 века. Длина их периметра 12 километров. Высота 12 метров. Толщина от 18 до 15 метров. Стены стоят уже более 600 лет. Приехали на место, где у нас предусмотрены ужин и шоу. У входа нас встречает китайский барабанщик. Над входом на большом экране демонстрируются фрагменты шоу, которые мы увидим после ужина. Следуем за девушкой в национальной одежде, которая ведет нас в ресторан. Здесь она показывает нам предназначенные для нас столы. Тут полное самообслуживание. За отдельной стойкой изготавливают порции пельменей для особо терпеливых. Я сделал несколько подходов, так как хочется многое попробовать. Пиво здесь обязательная часть меню ресторанов самообслуживания, даже самых простых. Инсталляция по мотивам археологических находок в районе гробницы императора Цинши Хуанди, куда мы поедем завтра. Макет старинного китайского корабля. Постеры и другие сувениры на продажу. Заходим в зрительный зал. Партер и билетаж предназначены для зрителей, желающих получить в одном месте и ужин, и зрелище. Приготовленные горячие блюда и закуски в больших типа кастрюлях расположены сбоку от партера. Здесь официанты наполняют тарелки. Разнос еды заканчивается до начала шоу. Мы же сидим в ярусе, за небольшим столиком восьмером, что видно по отражению в зеркальном потолке яруса. А это оформление потолка зрительного зала в целом. На двух боковых экранах демонстрируется одинаковый текст, поясняющий содержание шоу, а далее текст будет предварять каждый эпизод или номер представления. Я постараюсь озвучить краткое содержание текста. Приглашаем в Сиань, древнюю столицу Китая. Эпоха династии Тан с 618 по 907 год была самой великолепной в истории Китая, а его столица Сиань была самым прекрасным городом в мире. Китай достиг тогда огромного культурного и художественного расцвета. Сегодняшнее шоу отражает грандиозность и великолепие этого периода.
летающие Будды. Они летают в облаках и принимают необыкновенные позы. Люди думают, что это ангелы, и поэтому называют их летающими. Они воплощают свободу и счастье буддизма. Насколько я понял, одна нога каждого из двух танцующих опирается под коленным суставом на что-то похожее на кольцо, жестко закрепленное на основании. Это позволяет танцорам отклоняться от вертикали на величину, недостижимую для свободно стоящего человека. Это кольцо прикрыто одеждой танцора. А сейчас основание медленно вращается вокруг вертикальной оси вместе с кольцами, поддерживающими танцоров. Этот танец – один из наиболее известных. Он возник как армейская песня. Слова заимствованы из наиболее известной поэмы знаменитого китайского поэта 7-8 века Цань Ру Су. В поэме речь идет о весенних цветах около реки, залитой лунным светом. Луяо был типичным мягким танцем эпохи Тан. Известный поэт Ли Кун Ю
описал этот танец в своей поэме такими несколькими словами: «Красота юга, грациозное движение танца». Этот номер исполняется на гуджен, традиционном китайском инструменте типа цитры, с большим количеством струн. Тема навеяна стихами поэта эпохи Тан по имени Ван Бо. Закатывающееся солнце окружено красными облаками. Рыбацкая лодка тихо скользит по поверхности озера, окрашенного заходящим солнцем. Рыбаки довольны уловом и поют. Согласно китайским буддийским книгам, тысячерукий защитник оберегает каждого и видит весь мир. Начиная с эпохи Тан, тысячерукому защитнику поклоняются в каждом храме. Этот танец показывает, как тысячерукий защитник пришел в мир, чтобы помогать людям. Это танец по поэме под названием «Песня танцующего меча ученицы мадам Гонсань». Это произведение известного поэта эпохи Тан по имени Ду Фу. Согласно летописям эпохи Тан, мадам Гонсань выполняла этот традиционный танец настолько хорошо, что выступала не только перед обычными зрителями, но и в императорском дворце.
Следующий танец наиболее известный во время династии Тан. Говорят, что император Сюаньцзун имел музыкальные таланты. Однажды ночью ему приснилось, что он на Луне, а на небе танцуют и поют прекрасные девушки в красивых одеждах. Когда он проснулся, он рассказал жене о своем сне, и та устроила этот знаменитый танец. Это музыкальная часть демонстрирует китайские традиции золотой осени. Люди всех возрастов радуются окончанию сбора урожая. Теперь музыкант идет через зал и демонстрирует, что он исполнял не под фанеру. В течение сегодняшнего представления мы увидели потрясающую культуру и артистизм эпохи Тан. Заключительный эпизод. Thank you.
После окончания шоу снимаю фасад здания, где мы провели этот вечер. С той же точки видно иллюминированную крепостную стену. После того, как наш автобус развернулся, проезжаем мимо театра, в котором мы смотрели шоу по мотивам эпохи Тан. Субтитры сделал DimaTorzok.